Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем батлы на любимых исполнителей. Информация в описании. Так, ребятушки, батлятушки мои, смотрим батл «Диктатор» и «No Name». Поехали, друзья! Окей, по итогам Суинфа начинает чувак справа. Я так и не понял, какой у него никнейм, но это не важно. Пердас, давай, врубай битло! Пердас? Я саванна, трава, я дым, нужна зелень. Я добрался в Ягуаре, ты в заполненной газели. Чтобы дать океаном селишь, чтоб глазели, как он крут. Но ты забыл, что падальщиков привлекает друг. Йо, планка, вода, план на меня, клан по полам. Теле балаган на меня, нога, набегай, кайф, пока голова цела. Я заморозил твое тело, ведь ты не жнуля. Кто попасть в запретный план, для нашего ладейного тела. Бор, подземный кот, или кайф собак, я вижу человека, иди. Ну хорошо читает. Ребят, вы сами слышите и видите, молодец, умничка, лицо знакомое. Слушаем. Мы не смотрели вчера его. Цель известна, правильная, оказывается, его всегда не переводится. Вчера смотрели точно. Какая легенда, ты серый, как я даже не ешь тренд, это брат, это звезды, хотел непременно, это твой потолок, это старая деревня. Следуя за вами, зов, я за зов, начинала был зов, как бизон, не резон, теперь это бизон, это просто Люся, не люб бизон, не Грейн Брит, она Грейн Бритон, сам на миллион, ебану на миллион, выбирай, вот и самого не пиво, не он, ты давно вытушил, а я ее сутеню, я. Это раунд, блядь. Ребят, что-то люди не заценили раунд его, да? Нет, ну, короткий, наверное. А, коротко? Да, они удивились, чё, ты чё, говорит? Угу. Коротковатый, да? Ну, хорошо прочитал. Да, хорошо. С точки зрения техники рэпа, да, нигде не запнулся, да, красиво, да, хорошо молодец, сделал. Как-то так. Я. Из нашей банды рэперов. Послал этого охуенного утренника, я спою песню. Так, опять глаза странно. Нет. У него такие глаза сами по себе? Красивые глаза, да, у него? А? Как будто ударил немного. Доведу до конца, это не план, я что-то вам тут доказать. Киберпанк стайл, это выпутываться, ведь ван судит за лупу пацан. Молодца. Один из лучших голосов. Умница. Вы заигрались, блядь, вызов играемый. Вы тут угораете, а они за экраном. Вы тут думать, якобы так и надо валить. Супер тут опаться, этот батл велик. За такой прогон, походу, выкинут быстро. Но один нормальный батл, это миг из Дениса. Он дает надежду на уровень, тут от долбоебов срежем и завалим пизду. Кто базарится, жизнь твоя скрытая черта на трусах черкаши. Я тут с протестом, ты тут проездом. И твой фан и флоу, гипут в подъезде. Диктатура тут, бойся меня, сопляк. Рифма тур, подруг, бой, вспоминаться, блядь. Стиль расту в аду, на углях. Кто из вас преодолял? Это за ведом охуета, без чужих хватает нам в интернетах. Ну и так, я послушал хуйню и спросил, где смысл. Он послушал меня и спросил, где Исла, блядь. Не готов. Тихо, что это такое там? Переделка, что ли? Ну-ка. Я. Yeah. Ты. А. Диктатура тут, бойся меня, сопляк. Рифма тур, подруг, бой, вспоминай, сопляк. Стиль разду, поду, свой сварен на углях. Тина тут, рабу, кто из вас преодолял? Это заведомо хуета, без чужих хватает нам в интернетах. Ну и так, я послушал хуйню и спросил, где смысл. Он послушал меня и спросил, где Исла. Хорошо читает, да. Но все равно у него один из лучших голосов. Да. И несмотря на то, что known aim... Классно выступил, да, но диктатор, все равно мы его больше смотрели, и все равно как-то вот он больше впечатлений производит. Ну, он нам милее немножко, да? Ну, потому что мы в No Name еще плохо знаем. Угу. Ну, хорошо читает, да. Ну, запнулся. Может, мы неправильно понимаем, там толпа, когда начинает кричать, заново ну, начинают они. Запнулся. Ты не готов к такому, это плотный флоу, залитый кот, то пот, там ваш пот на год. Ты мне даром не надо, пинков, ты бомку диктатор, ребята, ты меня знаешь, нахуй не базарь. Жизнь это сахар, тебе сахар показать, оторву тебе жопу, Антоха, там трать, не забудь эти шопки, мне похуй на грайм. Мы приносили, задницу давали, это мы проходили, но это нам не задавали, не видели мужиков и искать так же долго. Питер, мы приехали. Ну ведь, блин, надо ведь придумать такие тексты, да, ну это вообще, да? Я прям вот удивляюсь. Ебать ваших тёлок, я вот... Чё опять? Третий раз будет переделывать. Чё такое? А? Я вовсе не об
батлах расписывать надо, ведь не выгонят из-за правду. Вы настолько запиздели сюжету, что гнали гумочек усилия мимо ушей. Мой стиль, блядь, он очень простой, это ночью без слов, а не дурочка на скорость. Мой стиль, блядь, он очень простой, но он мой... Мне кажется, диктатор свой стиль действительно, и он никого не копирует, правильно? У него есть своя подача. Вот иногда бывает, что исполнитель пытается, ну, как бы подражать какому-то там другому он... рэперу. Да, здесь у диктатора свое. У него свое, свое, конечно. Он уже все-таки. У него и батлов очень много, да? Он по-разному читал. И немножко выпит, почитает, и нормально, сейчас что-то жует, чужует, не знаю я. Хочу с восторгом, как больше нет тормоз. А чё он жрёт? Жвачку, может? Жвачка, наверное. Ебануться! Ты тоже молодец, мальчишка. Да, классный. Угу. Он несколько техник показал при чтении. Разнообразно очень читал. Гля-гля-гля-гля, танцует. Тебя кидают тёлки, и это норма. Ведь в твоем сексе нету шума, но много релоудов. Молодец. Релоуд — это когда заново. Вот сейчас релоуд произошел, да, видишь? Да, да, да. Толпа перекричала. Ага. Когда толпе тебя нравится. Тебя кидают тёлки, и это норма. Ведь в твоем сексе нету шума, но много... При виде моя дева, ты бы окаменел. Ебу медузы гарпа, но с пакетом на голове. Это заведомо на голове, как это на печенье. Класс. Ух, молодец, молодец. Крутяк. Подадили плаксы на маме, но балась. Это фантазия, до конца тебе дали папа. Кабели быка, дорога, не заняться мута. Твои пал-пал, просто ш... Выглядит шикарно, молодец, да? Крутой. Шикарно выглядит, прям, как, знаешь, такой инопланетянин, да, такой. А что ты? Человек-инопланетянин, человек-робот. Ну, как он выглядит? Очки, костюм, читает. Внешность такая, красава, красава. Шутка, иди стрелять по больничному, как ты не крыш, на любитель присядь. Под утку, фай, сука, истребитель ее спили, дурки. Это люди сил, когда я был от рапи матери уже курил. На воле лет, на поверх перемены бедцы. Ты родился в рубашке, а в броне жилет. На бахе мне дали эмигранты, ты трамплин. Я в роли Дональда Трампа поставил того, чтобы не было воды. Увы, ее строили мотовани. Мне говорили, не надейся на победу. Он настолько батлёж, что спит на поле. Так ебашу дуплетом, мне похуй пыль. Если бит мясной, то ты гони. Эдди, да. У него панчи классные, у него классный текст. Так, что это тоже? Опять релоуд. Бля, просто четвертый пар и ставить меня это плохо, потому что я напухаюсь жестко, и мне будет похуй. Надо думать наперед. Привет, моя дева, ты бы окаменел. Ебу медузу гарпану с пакетом на голове. Ты заведомо на голеке, когда на печенье. Ты день, на когда я на скоробей. По масти мастер, опасный гастер. А на деле плаксы, на маме, на балансе. На фантазии, на карансе, тебе далеко, пока берегу каза. Рога не заметь, мудак твоих попал. Просто жутко, иди стрелять. По больничному, как ты не будешь на любитель плясать. Под утку твоя, сука, истребители сбили турки. Это люд стиль, когда был в утробе матери уже курил. На воле метод не помеха перемены. Ветер, ты родился в рубашке, а вроде жилет. На батле мне дали эмигранты, ты трамплин. Я вроде Дональда Трампа поставил того, чтобы не было воды. Увы, не устроили мудование. Мне говорили, не надейся на победу. Он настолько батлёж, что спит на поле. Так и фаршу туплетом, мне похуй пырь. Если бизнес не сдохнут. Кто-то ему говорил, не надейся на победу. Ну? Ноунейму. Ну вот еще раз, я, конечно, это... Все это фишки, конечно, мистические. Но вот как можно назвать себя ноунейм? Новый? Нет, понятно, что здесь игра слов. Known, известный, aim, цель. Ага, есть еще слово цель. No name, никто. Никто, то есть, да? Никто. И получается, его называют никто, понимаешь, да? Угу. Ну, конечно, это все ерунда, возможно, но все равно, мне кажется, псевдоним, да, играет роль. Да, да, да. Ему говорили, ты с диктатором даже не пытайся. Да что. А он ты? Очень достойно отвечает, да, очень хорошо. Да, да, мне тоже нравится. Эй, диктатор, я не дегустатор, винного сбора, но полусладкий проебет белому сухому. Иду в основу в этой бестолковой постанове, но моя подача раскачает даже глухонемого. Раскачает, раскачает, любого раскачает. Не рвусь в основу в этой бестолковой постанове, но моя постанове раскачает даже задача, раскачает. Опять, да? Ну что скажешь? Нет, нет, все, раунд. Ну что скажешь ты? Он молодец. Вот есть люди, которые вот это хорошо готовятся, все делают правильно. Вот это как раз про ноунейма. Есть диктатор, который он талантлив, но он нарушает много правил, ему это прощают, потому что у него есть стержень, да, у него какая-то харизма есть. Ноунейм тоже классный. Я согласна с тобой. Ты. Знаете, как он интересный, да? Ну, он опять выпил. Нет. Да. Нет, видишь, что делать?
такая шляпа, наиграна батлет с уроком еблом. Закидать по телу того или иного, потом пожабить, такие по всему ровному и блок. Класс. Просто пизда. Я тебя не знаю и знать не хочу, не могу понять еще те, кто ссори, как тёлки, выдумывают всякую чушь. Мы запрыгнет нахуй начать и сломать, кто закрыли бахнуть качай кислота. И собрал кадр с мельчаги слабак, вы забыли как отвечать за слова. Сука, походу выгляжу глупо, что говорю по делу тупо в старой форме. Ведь для вас хуеблётами себя выставлять, как говоря, стало нормой. Не понял? Слушай, объясни мне, я не может чуть не догоняю. Заново они начинают в двух случаях, когда текст забыл или сбился, и второй случай, когда толпа перекричала бит, и человек растерялся, не расслышал и не может попасть в бит, тогда заново начинают, когда толпа перекрикивает. Вот это какой случай из этих двух? Я не поняла, он может, он, вроде он ничего не забыл, читал. Угу, угу. Для вас хуеплетами себя выставлять, мягко говоря, стало нормой. А я пиздато воспитан, читага не спит, мы со старта воспищем. Запоминай, тут диктатор воспилит, и падает этот бит, не устанет воспиздить. За Байкале затащат, я правильный мальчик, а ты съебись отсюда, я правильный мальчик. Сделай уроки, помой посуду, почисти зубы. Надо подавать аква, да паку фонтан, чтоб листал щелей пирогов. Хату подомотать, а не фотомонтаж, вот он сказочный мир дураков. Небо Влада и попой, вообще его успеем добиться еще. Я пересчитал по пальцам все достойные лица, это был мой лицевой счет. Я вываливал его изнутри, весь ваш бизнес-мир, одинаковый мистер Смит. Я въебал, то улетел, будто индийский фильм. Моя подача кураж на пати, двое на писке спит. Серьезно, он славный, ребята, и заваливайте. Диктатор всегда какую-то бандитскую атмосферу вносит. Вот кому-то же нравится такое, знаешь, улицы, какие-то непонятные типы ходят, опасные. Да. Ну какую-то вот такую атмосферу он вносит всегда. Да, мне тут правда не надо, но так Йоу, ребята, это был первый раунд. Чё скажете? Ну а давайте теперь второй раунд. Бердас. Заводи шарманку, Бердас. Ты бы не пытался бодаться, цепаться пацан, будто фал твой фон не топтал. Я бы дал тебе фору, но дал по битам. Ты тут Зинаида, или я как Зидан, ну да. Одна вода, просто победа, тебе по мудак. Нападай, с тобой не питай, за почему лай победал. Ты мал, дилетант, дебютант для меня. За час пять, типа, пищи до мозгов, это аутгет. Я его смотрю, ты плюю на вашу могилу, в то время как его мамаша плюю на вагину. Тупая мина, живая реклама, контракт. Типа ты сортировал, якобы рифы сатиры, но в итоге получила сорти из сортира. Для вам барабану, сколько победа на паре, я в ударе подачи на дали медали. Молодец. Я насос, 40 оборотов, педали. Да он не понял, что проебал, да. Слепо гибели, не жди моего славы. Ведь Валькала не пускает нелегалов. Нелегали, уникали, Русь, ты влади, а не влади. Он не славой, диктатор не ведет толпу. Твои же не вороты по тому графу. После погибели, не жди боевой славы. Ведь Валькала не пускает нелегалов. Нелегали, уникали, Русь, ты влади, а не влади. Он не славой, диктатор не ведет толпу. Твои перевороты по тому графу. Раунд. Я. Все, выступил. Я. Для меня нет потолков, я добился больше, под тобой нет пола, он разбился на Порше, куда тебе дядя против такого, как я. Блин, круто. Круто, но все равно, круто. Постарея, выработай оружие, кунлау, быстрая шляпа, к тому же не помогла новостей, нами собрана стопка разных для вас тех, кто без образа, тот безобразен. Хочется победы, всех опасать, тебе нужен мочевой побольше, ты не должен ничего хотеть, запомни там, где ты ничего не можешь. Я не знаю, чем-то волки тебя дарет, но по-моему он просто противно орет, Иуда тебя тупо жаль, ты читаешь... Вот, видишь, вот, толпа перекричала. Да. Поэтому. Я не знаю, сейчас на волке тебя дарем, но, по-моему, он просто противно орет. Иуда тебя тупо жалит, ты читаешь, как будто идут бомжа. Мозиман... Вот видишь, опять. Значит, опять заново будет, да? Да, толпе понравилось. Да, да, да. Понравилось. Они говорят, классно. Эту нож специально должен повторить, чтобы толпа радовалась, да? Ну да, чтобы восстановить строчку.
и восстановите, чтобы они... Я не знаю, что на Волгите одарен, но, по-моему, он просто противно орет. Иуда тебя тупо жаль, ты читаешь, как будто его бомжа. Мози Монтана, ебаный фрик, я вообще не пойму, твои зрители кто? Нет, я серьезно так знать не могу, кому нравится этот омерзительный гном, блядь. Да-да-да-да-да. Понравилась строчка, да, получается, опять? А? Тихо. Что говорит? Не знаю, не расслышала. А. Мози Монтана, ебаный фрик, я вообще не пойму, твои зрители кто? Нет, я серьезно догнать не могу, кому нравится этот омерзительный гном, блядь. Мози Монтана. Я, то смешно, то бесит, то шнот, ты фейс, мы ржем, пиздец, а мешок, чё пенис, а что в тебе есть? Не верю ни единому вашему слову, ведь за ним ни одного аргумента нет. Русский грайм, нет, раша пиздоболы, вы боитесь, чтоб на Лёша джерез блендомет? Я бред тобой, давай мастер пера, бред не будет, а нас не баранти. Теперь закрою хабал, частью крыла, я тебе добро давал пасть открывать. Ты бы не позорился, друг, сейчас тобой ретерин, но заебет совесть к утру. Ты разряженный ствол, пока ретет, это не свяжет двух слов, Краснодар, СПП. Правду открою, зритель, братан, но по факту огромен, он сидит на картах. Вот еще раз, диктатор дает атмосферу пацанскую, бандитскую, уличную. Кому эта эстетика нравится, mm-hmm. вот это близко. Диктатор вот это создает, вот это mm-hmm. впечатление. Вот он атмосферу свою какую-то привносит, яркую. Чё правду открою, старик не поверит, он по факту огромный, но стоит на коленях. Ты читаешь, как будто бы на своей главе давно уже забыл, где пробел. За паузу не шаришь толком, бля, ну короче, большая кнопка. Ты андеграунд, вы готовите бомбы, это дохлый номер, ведь я круче всех могу взорвать в Петербурге, да, ну конечно же после Вовы, блядь, гнида ебана. Бом-бом-бом-бом-бом-бом! Ажиотаж, эмоции! И прикольно, конечно. Я купил тест на беременность, да свои бывшие соски, да, так вот чётки, что там показались три полоски, и я ко мне бедным, да я, блядь, ну пиздец, из-за этого я сбился, ёбаный, бывает. Три полоски. Ну он какой-то недоделанный был, да, сам слышал, как будто надо было дальше читать. Ты видел глаза вот этого у диктатора? Диктатор, он так смотрит, он да, странно вот как-то смотрит. Не так раз так в камеру, да, такой. Uh-huh. Как будто хочешь что-то натворить, да? Uh-huh. Я купил тест на беременность за свои бывшие соски, да, так у чётки, что там показались три полоски. Её возраст был мне бедным, для меня лишь это символ. Да, я трахал малолеток до того, как это стало мысли. Моей субарина подобили твои корабли, кита, бомбы, на глубину души запомнения, лес это шей благ, ноги ты диктатор, только дома, как-то мама на работе. Ну, молодец, молодец. Что это классно, да? Да, очень круто. И тоже вот мне нравится, да, вот их батл, да? Он не жесткий, да, тоже? Как-то, ну, не такой жесткий, да, не такой сильно грязный, да? Ты батл тост, ты запитаешь, как она не бойся, программа твой социальный рост, это пусть батл, вот такая батл. Ну-ка, что там такое? Эщи, эщи! Три полоски ее воздух был мне бедным, для меня лишь это символ, да я трахал малолеток до того, как это стало. Моей субарины подобили два корабли, кидая бомбы на глубину души, запомни, еле запиши, плакну, дитатор, только дома, когда мама на работе. Родина по латине, званый гость, очередная шапа, но не батл тост. Ты забитая шапа, но не гвоздь, программа твой социальный рост. Вот за компанией, как провела лог, всем не ждет кончить звонок. У него много слов, которые он должен уместить в этот бит. У него очень много. Ему надо вот на одном придыхании это сделать. Тоже еще, профессионализм, это талант. Да, и еще вот знаешь что? Некоторые слова неразборчивы, да, вот. Ну, конечно, неразборчиво. Слушаю, и что-то вот упускается, да, все равно. Но однажды позвали на свадьбу, окей, так он там поймал венерический букет. По мне немолодым, а потом молодым, жизнь бьет ключом, только раз в ванты. Мне кидают банты, но кидают на бабки, на золоте гоняют только до ломбарда. А ты меняешься мобильно, готов за монету разбил копилку. Думал, ты друг, а не кану на майке, но рэп игру не тянешь на минималку. Блять. Но рэп-игру не тянешь на минималках. Да ладно, устроишь отдам. Ты белыми песами по воде, а твои факты импланты. Да ладно, не поставят лаборанты, ты баран. И поэтому пойдешь на манты. Батман, злоба, я тебя бахман. Твоя сука на кукане танцует канкан. Можешь даже не пытаться забыться во снах. Я приду добить тебя в остров. Тяжело читать, да.
попробовал. У него текст такой, да. У него много слов в строчке. Тяжело, действительно, прям тяжело, да, вот вообще, ну, да? Ну, как диктатор сейчас. Очень грустная песня сейчас будет. Мне похуй, кто ты, бля, похуй вообще, тараторишь в хуй или куча дохлых панчей собирать. Про тебя говно, устам противно, так что будь так любезен, представь картину. Ты и твоя баба, вот, все хорошо, часто идетесь по залупу, не растет творожок. У вас любовь не такая, как по ящику крутит. Она тебя по-настоящему любит, так вот. Вас позвал в гости, друг, тебя отпиздили. Откуда столько злости, друг? Ты представить такого не мог, страшно, пиздец. Онемели ноги и друганя, ваш не полез. Ты бы заступился, но страшно. Напугался, что тебя тупицу отъебашут. Жизнь пролетела пред глазами. Она поняла, что ты не поможешь, и начала сосать ему. Довольно хорошая порно, да. Но тебя смущает ножик у горла ее. И будто ты платишь, и будто ты платишь, ее. И будто ты платишь, так... Диктатор, что-то это... Трёш, пошёл противный читать. Текст начал читать. Да, что-то кому это приятно? Там девчонок столько стоит. Да. Слушай. Ага. Ну, я надеюсь, это просто выдумка, наверное, да? Неприятно слушать. И будет, пацанчик, к чему-то это ведешь, умоляю тебя, но скажи мне, Антон, а суть такова, что с хуя вы решили говорить за жизнь, коли по жизни никто. Обычные люди, обычные трусы, почему вы думаете, что можете говорить? Похуй на ваши треки, коли в житухе подавляющее большинство, это встревоженные говнари. Уровень вырос, ладно, растут, я за вас очень рад. Схемы замуты, работа по беду, и там довольно-таки много еще красочного. Анна, вы будете голым стоять, планка на месте. Вырос юморок, но вы не выросли вместе. Батлите ради батла, типичная тема, но въебет всех, кто кем движет идея. Будете голым стоять, планка на месте. Вырос юморок, но вы не выросли вместе. Батлите ради батла, типичная тема, въебет всех, кто кем движет идея. Жестко было, да, здесь? Это травма. Ребята, вы же понимаете, реально, тот самый момент, когда батл действительно охуенный. Вы чувствуете это? Это просто пиздец. Ребята, давайте оценим чуваков по отдельности. Так. Как вам No Name? Хорошо читал, молодец. Молодцы, молодец. Как вам Диктатор? Не поддерживаешь. Всем спасибо. Я за диктатора. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на этих пацанов, подписывайтесь на всех, на меня. Эй, йо! Ладно, подпишемся. Так, друзья, что скажу? Любимочки мои, что я скажу? Мне понравилось, ребятки, знаете, такого сильного трэша не было, ребятки. Обои батлеры, да, батлеры, сильные, крепкие ребятки, хорошо читали, мне нравится. У обоих речитатив хорошо развит, ребятки. Панчи неплохие были, хорошие панчи были, интересные, ребятки. Кое-где слишком интересные были, да, ребятки? Угу. Мне понравилось. За кого я проголосую? Кто на первом месте? Не знаю, мне они оба нравятся. Ничего не могу сказать. За диктатора. Ну, диктатор, ну, вот наш, он наш... Потому что мы его долго смотрели. Да, диктатор наш... А No Name мы второй раз смотрим. Угу. Понравилось мне, ребятки. Но No Name очень-очень талантливый. Да, классный рэпер. Да, классный рэпер. Он очень хорошо поднимется еще, угу. Да. Потому что он но он уже, мы же не знаем, может, он большая звезда. Да, может быть. Несколько только батлов посмотрели. Все, друзья, пока.